Закусали всего. Вот. Для нашего лагмана еще будем использовать приправы зиру, петрушку, кинзу и кориандр. Ой-ой-ой. Помидоры натираем, придерживая кожуру. Выжимаем сок. Да, так и есть. Да все хорошо. Попробуй соль еще. Сейчас еще добавь. Тертый помидор, болгарский перец и чеснок. Выглядит уже очень аппетитно. Лапша приготовилась крышкой. Заливаем воду. Лагман у нас будет не жареный. Добавляем специи. Кориандр молотый. Кинзу. Петрушка. И зира. Перемешиваем. Доводим до кипения. И бодро. Картошка готова. Закидываем нашу лапшу. Опа-на. Сейчас попробуем, что получилось. Выглядит очень аппетитно. Запах вообще бомба. На весь лес, наверное, стоит запах. Приятного всем. Всем приятного. Бульончик бомба. Обалденный. Вообще это не тот вкус, да? Четко. Только что хрустнула ветка. Хьюго сразу подскочил.
Никого не видно. Хьюго метит территорию. Жесть. Чем подложим? Вентиляция хорошая будет ночью. Пошел дождик. Вот эту сторону, которая парит, две надо. Долгожданный дождь за несколько недель. Блин, четко вообще офигенно. Оводы мастера сразу куда-то делись. Thank you.
язык вытащил. Своих кроссовок что-то собирает. Один уже, вот. Продолжение.
конечно, гуляет, но сюда что-нибудь подложим, я думаю. Доска, которая отлично подходит. Я его унику там держал. Давайте развернем, попробуем. Все, хватит. Точно мою только сторону, да, надо было? Ну как же, все. Теперь вот тут вот, да? Что надо? О, какой дядька злой. Усач. Ухи кусаются, они больно, друзья мои. Особенно такие здоровые. Ну, давай его и пусти сюда. Норм. Thank you.
Этот стол, друзья, мы будем поднимать на пол беседки. Организовывать тут себе максимальное место для чила, так это назовем. Комфорт, удобство все. Да. К югу ужасно кусали все эти дни, он с избы почти не выходил. Кусали оводы, комары, мошки, да кому все не лень, в общем-то говоря. Друзья, если вам понравился ролик, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии под этим роликом. Делитесь этим роликом с друзьями. И до новых встреч, друзья. И всем пока. Всем пока.